Это давняя привычка Алана Силсона, 30-летняя. Он должен все сам подключить и проверить. Hello. Hello. One, two, three, four. One, two. Это как ритуал, психологический тренинг перед концертом. Алан Силсон ненавидит приставку X и с охотой подробностями рассказывает, как все начиналось. История Смоки начинается в то время, когда я, Терри Атли и Крис Норман учились в одной школе. Когда нам исполнилось лет по 11, мы стали играть вместе. Мы были молоды и задиристы. Через пару лет освоили гитары, у нас появились новые песни, у меня вот появилась еще и татуировка. Я нашел старого цыгана, и он наколол мне на пальцах мое имя и проколол ухо. В то время мне казалось это очень круто. Эта татуировка как память о юности, других у меня нет. Глупо на самом деле, наверное. Я не подумала, что это глупо. Я подумала, как хорошо, что этот человек говорит то, что чувствует. Как он откровенен. И теперь понятно, почему его песни были и остаются любимыми. Они такие же искренние, и люди это чувствуют. Okay. So here we go. I'm gonna do it so quietly at the beginning for this time. For everybody to speak English. Every dream that I dream seems to float. Эту песню Алан Силсон написал в середине 80-х, и она моментально стала популярной в Советском Союзе. What Can I Do — очень депрессивная песня. Может, поэтому она так понравилась в вашей стране. Думаю, депрессия была свойственна людям, живущим в СССР. Мне только недавно рассказали, что для русского уха она звучит как про водку. Мне жаль, что ее так перепели славяне. В 80-е Смоки слушали везде. На их турне по европейским городам залы были переполнены. На аэродроме их встречали толпы поклонников. Дома, в Великобритании, их песни не крутили по радио и считали каким-то недоразумением. Их называли группой без лица, популярной капеллой с привкусом рока, у которой сходство с настоящими роковыми ансамблями были лишь джинсы. В Англии слушали Led Zeppelin. Мир слушал Смоки. How the past seemed like a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter had disappeared. На самом гребне популярности Крис Норман объявил, что уходит из группы. Они остались без своего фирменного с хрипотцой голоса. Смоки не стало. Через пару лет мы опять играли вместе, потом Норман опять ушел. В этот раз окончательно. Мы долго искали ему замену, и, что самое невероятное, мы нашли парня с отличным голосом. Его звали Алан Бартон. У Смоки началась новая жизнь. В апреле 95-го на гастролях в Германии перевернулся наш автобус. Все отделались легкими травмами и ушибами. Алан Бартон погиб. Это стало самым большим испытанием в моей жизни. Потом был еще один вокалист, еще альбомы, еще туры. Журналисты писали, что история Смоки продолжается, но только не для Алана Силсона. Уже 10 лет он экс-гитарист группы Смоки. Несколько лет он просто молчал. Но песни писались. Совсем недавно вышла его сольная пластинка.
А есть человек на свете, которому бы вам хотелось собственноручно начистить лицо? Probably, but yeah. Да, возможно. Yeah, Smokey's manager. Менеджер Смоки. Ничего страшного, я же не упомянул имя. На сегодняшний день Смоки скорее бренд, чем группа. В первоначальном составе участники не выступали с 82 года, когда из коллектива ушел Крис Норман. Сейчас его музыкальное наследие нисколько не меньше, чем он записал с квартетом. Ни один из них не стал хитовым в родной Англии. Ни один из экс не добился успеха Смоки. О жизни рок-музыканта говорят, что она сплошные секс, наркотики, рок-н-ролл? Not sure about the rock'n'roll. Доля правды в этом, конечно, есть. Большая доля. Две первых составляющих очень даже да. Я бы поспорил насчет рок-н-ролла. Okay, this is another one that was very quite famous in the world, not just here, but everywhere. In fact, I was sick of playing it, to be honest. Выжить в мире рок-н-ролла – достижение. Быть все еще популярной группой в Европе по истечению 32 лет со дня своего основания – фантастика. Но вот быть до сих пор полными энтузиазма, свежими, полностью преданными своей музыке и продолжать любить ее – это настоящее чудо. Смоки не растеряли поклонников, их пластинки тиражируются. Что артисту нужно, чтобы его слушали и чтобы его помнили? И то, и другое мы делаем.